Азазель, это один из первых падших ангелов, который не побоялся Бога и его воли, после чего архангелам было приказано убить его. Но никто не был сильнее, чем он. И тогда Бог приказал архангелу Рафаилу обрубить ему крылья и отправить его в ад. Азазель — негативный персонаж древней семитской и иудейской мифологии. Демоническое существо. В книге Еноха Азазель изображен в облике демона-искусителя. Согласно тексту книги, когда ангела изгнали с небес, он спустился на землю и научил мужчин изготавливать оружие и воевать, а женщин наносить краску на лицо и выдравлять плод. Своими деяниями Азазель разгневал Бога, который приказал архангелу Рафаилу сковать демона цепями. В день страшного суда Азазель будет брошен в огонь. Иногда этого демона отождествляют с Азаэлем и Узой, которые считались падшими ангелами, имевшие связи с земными женщинами.